Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. В моем питомнике большая радость. Совершенно недавно появились первые малыши нового для меня вида улиточки Архаохатина папирация Альбина Шелл. Эти улитята очень напоминают Охатину Фулику Родацию, но так как являются Архаохатиной, как у всех видов Архаохатин, апекс у них округлой формы, не остроконечный, а округлый. Ракушка желто-лимонная, ножка темная. Как все виды Архаохатин, этот вид улитки выделяет мало слизи, от него мало грязи, они не обжоры. Едят совершенно немного, не любят повышенную влажность. В содержании и выращивании ни хлопот, ни забот. Ни крупный вид улитки не требует огромного литража террариума. Здесь 12 малышей в контейнере 2 литра. На дно, как всегда, я использую вот такой торф. PH нейтральность 5,5-6,5. Покупаю данный вид торфа я в магазине Аби. С обратной стороны пакетик выглядит вот так. Он оранжевого цвета. Если зеленого цвета, улиточкам это не подходит. Все виды своих улиточек я содержу на таком торфе. Торф с добавлением свежего мха сфагнума. Так как этот вид улиточек не любит большой влажности, я сделала побольше отверстий в террариуме обыкновенным гвоздем. Раскалила его на газу. Обратите внимание, террариум квадратный. Около грунта несколько отверстий. И под крышкой террариума с противоположной стороны. Если бы он был прямоугольный, я сделала бы то же самое. Справа и слева вдоль стеночек террариума, вот здесь вот у меня, это кормовой мел. Специальный, который используют для животных. Сельскохозяйственные птицы и так далее. Первое питание для улиточек у меня листовой салат. На салатик у меня посыпана смесь. Это мелко перемолотая скорлупа куриных яиц, кормового мела и листья крапивы сушеные. Раз в сутки несъеденную еду я убираю листья салата, меняю на свежие. Это первое питание. Когда малыши подрастут, я буду разнообразить им, добавлять разнообразные овощи. Буду уже добавлять им кальций-зерна смесь, рецепт которой можно посмотреть в плейлистах на моем канале. Увлажнение террариума происходит, как обычно, путем опрыскивания на мох из пульверизатора. Пульверизатор вот такой у меня. Насадка за 15-20 рублей на бутылку лимонада. Вода обыкновенная, не кипяченая, фильтрованная, из-под крана. После того, как я поменяла еду и опрыскала террариум, я плотно его накрываю крышечкой. И до следующего вечера я малышей не беспокою, так как все виды улиточек растут именно таким образом. Они покушали, закопались в мох, закопались в грунт и спят до следующей кормежки. Когда они проголодаются, они вылезают оттуда на поиски пропитания. Ничего сложного ни в уходе, ни в инкубации, ни в выращивании этого вида улиток я для себя не увидела. Когда эти малыши подрастут, они поступят в продажу.
Если вам хочется иметь не крупный, эффектный, яркий вид улиточки, не проблемный, не выделяющий много слизи, не выделяющий много грязи, оставляющий за собой много грязи, можете обращаться в наш питомник. Ссылочки на группу ВКонтакте, на мою страницу ВКонтакте оставлю в описании под данным видео. Мой питомник находится в Санкт-Петербурге. Отправками улиток в другие города я не занимаюсь, только самовывоз или через курьера. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить свежие видео с другими видами наших улиточек, готовыми к продаже. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. Всего доброго, до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!